Зачем ты выходишь? Не Мои выходи. дорогие американцы, Мои дорогие что американцы, это пошло к тому, президент. что вы выбрали меня своим Я же президентом? играл за Для СССР. меня честь стать главой А тут нашей великой какой-то страны в эти лысый. темные, Лысый опасные робот. времена. Джей Джона Джеймсон, или Вторжение как там его? советских войск в Европу представляет угрозу для всего свободного мира. Что? Мы Мы вторглись? Они снабжали в нас? наших союзников войсками и снаряжением. Но, замечу, мы в войну не вступали. До сегодня. Я издал указ Пока о назначили пятикратном президентом, он сразу же увеличении нападает? финансирования военной отрасли. После Теперь так самое, блядь, пришло время страна, на которую Америке тратится встать на пути этих деньги, проклятых блядь, коммунистических Америка. безбожников. Ибо если Ну, мы не блядь. сделаем Ну, этого, вообще-то, во скоро, время Второй мировой войны мы очень снова скоро, разрешили молиться. уже Так что мы не поздно. безбожники. Мы уже почти достигли победы, и что теперь? Этот чертов фанатик, новый президент США, хочет стереть нас с лица земли. Он собрал вокруг себя самых одаренных союзнических вояк. Мы должны действовать быстро, пока они не нанесли нам удар. Вы готовы, генерал? Вполне. Полковник, мы должны разгромить главный штаб союзников в Женеве. Нужно застать их врасплох. Пойдете в авангарде. Я вступлю в бой следом за вами, нанесу основной удар, не подведите. Честь имею. Еще увидимся, Николай. Ебать погоны. Понял весь, там первый основной удар будет наносить. Вы должны. Союзники возвели укрепленные позиции вдоль... А ты слаб, Лиш, ты слаб, ты не можешь основной удар нанести. А он силен, он может. Блять, со мной в команде, ублюдок. Ну и подумаешь. А ты и не против быть слабым, да? Тут буржуем воняет лист. Главное, чтобы лист тоже слабым был, тогда и ты не против. Туда его, туда. Да, туда. Бунки хватай. Банки, банки, лист. Деньги ударили в голову. В банках бабки, лист. Ой, на земле. Может, это просто озеро. Но с войсками Альянса нужно держать ухо востро. Продвигайтесь. Как можно осторожней. Осторожно, лист. Война, лаборатория. Мы готовы. Осторожно, лист, осторожно. Я так понимаю, смысл здесь строить только танки молот? Не ломают базу, лист. Главное, используй их способности, это нормально. Что у них за способности? Сосать. На, спилить оружие и броню? Да. Значит, это вы сегодня танки, будете да? пытаться выбить нас из Чего? Женевы? Как камень с души, а то я испугалась, что... Или ты можешь об что угодно. Не-не-не, я не об этом. Я спросил, о чем? А чё? Да, вот так и спросил. А чё? Я могу стырить только у танков или у хоть чего? Только у техники. Это вдруг чувак с РПГ бегает, могу у него РПГ стырить. Ха-ха, чё придумал. Сюрприз, командир. Вы моргнуть не успеете, если как не мы моргал. Перебросим свой флот. На вашем месте я бы не моргала. Я не моргал, Лис. Поднять напряжение. Да, инженер, ну же. Вы готовы, я готов. Дельфины в озерах не водятся. Что за дела тут творятся? Опа. Угроза столкновений с флотом союзников в данном секторе выше, чем предполагалось. Моему тиммейту дали лодки, а мне поебал. Кто звал инженера? Еще один инженер надо. Мои бабосы, мои. ЦК есть. Блин, коррозия, неинтересно. Инженер нужен. Ну такая. Слишком ситуативная. Как мне из гражданской постройки вытащить ублюдков? Ну, пехотой. Самый стандартный. У них способность. Ну, тогда это надолго. Реально. Служу родине. У меня даже пехоты нет. Это сделай. Ну как, что тут у нас? Наблюдательный пост. Вы готовы, и я готов. Вперед, Лис, вперед. Обнаружен противник. Скат на связи. Акула готова выйти на рейд. Обнаружена база. Мы странники морей. Акула на связи. О, дельфин у толпеды, туда его. Торпеды.
спокойненько, на них не слышу. Ага, конечно. Дельфинов сколько? По дельфинам торпедой. Обздаем свой. Блять, а как танк починить? У меня есть этот? При танке и можешь чинить с помощью своего же этого. Способность есть, способность. Ну, блять, я могу их только от техники чинить. Обздание, обздание, обздание. Свои? Даже об свои. А еще можешь об стенки чинить. Как напасть на свое здание? Контрол. Легче всего об стенки чинится, конечно. Открой себе стенки где-нибудь и чини себе. О, охуенно, как же я чинюсь, а свой же завод. О, да. Все, я завод сломал. Не надо так. Жалко завод, конечно. Реально жалко завод. Что это за гус? Вы что, охуели? Да алё, вы танки за секунду убиваете? Ракетчики. Их надо давить хотя бы, лист. Хотя бы давить. А, точно, блядь. Сука. Мог потерять на 40 танков меньше. Да, все правда. Нахуя лабораторию сделано, ничего не дала? Ну, пока не надо. АЭС. Построим. Проверить оборудование. А ну-ка иди сюда. Противник! Противник на северо-востоке. Блин, я все хочу завод контролом сделать. Я не знаю, это нормально или нет. Да. Да, думаешь. Едет молодой, спортивный, агрессивный. Да уебок со щитом не умирает. Реально? Ну он потому что мощный. Лиз, там этот молнорез снизу, Лиз. Чё, блин? Не понял, все, не надо туда идти, да? Чё это тварь тут плавает, а? Ну остановить его. Атаку! Инженер нужен? А как же? Блин. О, одна собака же не убьет до тебя солдата. Бьет. Если она на них гавкнет, и они расстанется. Реально убьет нафиг. О, убили ее. Закидать, блядь, коктейлями Молотова этого здания, блядь, расистов. Заебись. Победа. Похоже, мы вас недооценили. Жду приказа командования. А я вас переоценил. Я уже здесь. Это нужно родине. Мы фиг кто-то разъебали. Не твари. Танки за моими пацанами. Да они же меня стреляют. Реально стреляют телевиз. О. Эти ёбку со щитами точно давить надо. Не черти позорно. Нас. Как высадить только одного черта?
Куда? Из Голиафа. А, из Голиафа. Тебе нужно сделать высадку, а потом стоп нажать. Кнопка S. Ну, пизда. Чё ты сделал? Ну, высадку на... врага. На хлеб хватит, Лиз. Солью? Другого хлеба нам и не надо. Согласен. Бейте в подватер линию. Блять, они вечность нападают нахуй. Заебали. Ну да. Отъебитесь. Вперед, Лист, в атаку. Тут. Я сломал им все энергостанции, теперь они слабы, Лист. Кажется, они сильны, Лист. Что-то не вижу, чтобы они без... Они ломают наше оборудование! Они помогут. А я-то чё, тварь-то? Они ты тварь. Не ты тварь, Лист. Они твари. Они дробовиками мне скатов ломают. Блять, там какая-то супер-пупер пушка нахуй. Ползи! Нет! Тварь. Мне скатов всех убили нафиг, Лиз. Свиньи капиталисты. Кто ты пытаешься захватить? Я ничего не пытаюсь захватить. А! Этот черт возле мой. Ну он стал прям возле нее так. Что? Лиз, мой последний скат умирает. Расскажи весь почему. Я-то откуда знаю? Захотелось. Я связующий. Ты убил его! Инженера-то зашел. Балин. Эллин. Лист, они нападают, их слишком много, Лист. Ну у них-то бесконечные ресурсы. Чё-то надо, блять. Реально. Блять, побег. Бегите, блять, ветераны. Куликовской битвы. Откуда у них энергия? Я же ее сломал. Не сломал, видимо. Лиз, ну где твоя армия? Давай нападай. Воевать. Тебе куда, сука? Ты сидишь на атаку, давай. Ты нападай, а я фокастый. Да ты охренел. Давай работай. Ты работай. Сам давай работай. На меня нападают, я дефаюсь. Ну и нападают, и нападают. Капец, тебе куда столько? Враги же должны быть сильными. Враг никак не утихомирится. Давай, иди, снеси этой магнитной тягой и лазерную турельку. Вот эту вот. Враги едут не ко мне, наконец-то. Победа. Пусть едут к тебе. Лист, там инженер сейчас твой банк захватит. Лист, инженер? Ну. Лист, высоси эту турель. Какую турель? Ну, вон там турель. Высоси ее, Лист, высоси. Я ее не вижу, блядь. Я тебе метку поставил. Я ее не вижу в том плане, что нету вижена. Ну да пофиг, ты можешь туда на нее напасть, в смысле. Катя разница. А, блядь. Окей. Ну давай. Вот так. Все, нормально, высасываешь. Ломай, ломай ее. Нет, вперед. Тех убить. Может, ты что делаешь? Ты что делаешь, твой? Нет, да, нет. Ты что сделал? Зачем это сломал? Ну там какие-то черти пошли захватывать мой банк. Я бы потом... Это не твой банк. Мой. Это не твой банк. Теперь он ничей, потому что он не мой, видишь? Ну и пофиг. Я просто защитил банк от
расистов. Ладно. С кайфом? Ну и похуй. Пойду тебе базу ломать. Зачем ты подзаживаешь комбайн? Что ты хочешь с ним выцесать? Ключи уже нормальное оружие, сумасшедший. Сосать! Чё, кто ты? Чё делаешь? Вот смотри, как сосу. Ну да, нормально. Видишь. А включай, не сосать неинтересно. Сосёт половина, а вторая нет. Сосёт половина. Или в соло, мне никто не помогал. Только банк пытались спиздить. Два. Вы будете наступать или сидеть, полковник? Лиз, ты чё сидишь? Весь бой проторчать на базе. Ну пошёл нахуй, никуда больше не двинусь с базы. Чёрт, полосатый. Опять ему в соло тащить, а? Он, смотри, он уже побеждает. Он возглавит наступление на расположение штаба Союза. Он по своим хреначит. Ура, ФАУ-4. Да вообще нападать, я видел это почему. А. Есть период в атаку. Мы почти на месте. Вперед, есть период. Смотри, лезть. Куда? Строй сюда, Тесла. Где? Вот здесь. Куда? Где? Куда? На маяк ты иди, сумасшедший. Где? Какой маяк? Ты иди на маяк. Ну вижу, чё? Ну все, строй Тесла. Где Тесла? Защита Теслы. Ну вперёд, строй, быстрее. У меня денег нет. Ну в смысле у тебя денег нет? Это твои деньги. Мои савушки убили, нахрен. Блять, я не могу строить. Почему ты не можешь? Там база далеко. Это я видел. Я серьезно? Там, блять. Ну что значит база далеко есть? Ну смотри, я построил одну. Это у него так. Я тоже. Не убиваю. Я одну начал строить, но ты видишь, где у меня она строится, как далеко? Где она у тебя строится? Вон справа вообще. А, блять, а где ты Тесла строишь? Там надо строить? Да. Да, я же тебе показал метку. Ты куда строишь? Ты у него на базе строишь? Зачем? Давай пошел. Что нам дали? Он савушки только дали. Буду их прямо у него производить. Нет, нет, мы не тесты. Вот именно поэтому нам стенками еще их, стенками их. Пошел воздух. Пришло время жатвы. Так точно. Кто следующий? Атаку есть, в атаку. Я и так нападаю, блядь. Правильно? Где? Смотри вниз, блядь. Он изымает средства у нас. Меня нападают. Я несу урон, Лиз. Ну чего вы ждете, полковник? Будем наступать или как? Потому что мы... Короче, время пришло. Он еблан? А он не видит их базу? Что с ней происходит? Она умирает. Бум. Лиз, меня убивают. Лиз, помоги. Лиз. Куда? Куда их? Хорош. Ебать, а откуда у него воины все время выезжают? Так откуда-то с правого конца карты? Да. Ебать. А я думаю, что меня убивает? Он может оттуда стрелять. Да он так это спокойно с кайфом сделает. Вперед. Фига ты там засасываешь. Нет, люди. Люди.
Там сверху какие-то корабли. Видишь, сверху корабли появились? Возле, да. Нет. После подлодок. Где свои? Понял. Нет, они меня убивают, есть, помоги. Нахуя он это делает? Плиз. Что он делает? А что делает? Он пришел все твои банки захватывать. Да, да. Он отхватывает мои банки, Лиз. Что командный бункер ломает? А если его сломает, мы проиграем. Есть, мы должны предотвратить его поражение. Спокойно, спокойно. Взгляните на себя, союзнички. О, поменяли. Отступись. Да я просто штаб решил снести наконец. У меня же там все со звездочками воины стоят возле их базы. И снова, благодаря мне, Советский Союз победил. Учитесь, полковник. И может быть вы добьетесь чего-то и сами, все возможно. Абсолютно все. Тот полосатым. Иди сюда, нахуй. Когда-нибудь мы с вами встретимся. Бам-бам. И тогда вас не спасет никто, даже ваш хваленый генерал. Да, 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 даже уебище на Владусе. Ещё не вышли, куда зачем?